Первым гастрольным городом зарубежного тура Ульяновского театра юного зрителя стал Дрезден Федеративной Республики Германия. Сотрудничество двух городов было открыто успешными гастролями театра еще в октябре 2018 года в рамках проекта «Хармс, Кандинский, русские корни, немецкий след». На этот раз небольшой театр представил спектакль «Мама, папа, братья Гримм», поставленного главным режиссером театра Мариной Корневой. Спектакль, полюбившийся ульяновским театралам, создан по мотивам легендарных сказок Якова и Вильгельма Грим. Европейские зрители увидели не только великолепные сказочные истории, такие как «Король Дроздобород», «Музыканты из Бремена», но и познакомились с самими братьями Грим и их замечательной семьей. По приглашению немецко-русского института культуры мы выступили в рамках Дня города Дрездена. Мы выступали в культурно-деловом центре Дрездена. На спектакле у нас были не только наши соотечественники, живущие там в Германии, но было и достаточно много немцев с детьми. Я могу сказать, что нас принимали очень и очень тепло. Мы получили очень много приглашений с другими спектаклями. Также спектакль посмотрели жители столицы Чешской Республики Праги. И здесь зрители не остались равнодушными и встречали артистов бурными аплодисментами. Сентябрь в театре будет насыщен событиями. В ТЮЗ с гастролями приедет Хабаровский театр юного зрителя со спектаклем, удостоенным золотой маски. А 14 сентября мы уже откроемся нашим спектаклем «Женитьба Бальзаминова». Вот, после чего, по ходу показа наших спектаклей, мы будем готовить ближайшую премьеру. Премьера – это сказка для взрослых по пьесе Карла Готца «Король-олень». Это будет очень яркое такое костюмное зрелище с искрометным готцевским юмором, с масками. Также в сентябре на сцене «Небольшого» выступит Волгоградский музыкально-драматический казачий театр в рамках проекта «Большие гастроли. Межрегиональная программа» Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры Российской Федерации. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Ул Правда ТВ.